Всем пламенный привет! В этом видео я расскажу, как правильно пользоваться мультипаком, чтобы использовать его на все 100%. После того, как вы скачали мультипак, вы запускаете его стартовый экзешный файл, и у вас открывается главное окно мультипака. И полезная информация у нас появляется сразу же на первой странице приветствия. Здесь расположены кнопки, которые ведут на очень полезные ресурсы. Например, самая первая кнопка ведет на мой канал на YouTube, где вы сможете посмотреть самые интересные видео по танковой тематике. Вторая кнопка переведет вас на официальный форум компании Wargaming в тему мультипака, где вы сможете посмотреть список доступных изменений, текущую версию мультипака, а также почитать ответы на часто задаваемые вопросы, и если там вы не найдете ответ на свои вопросы, то вы можете задать вопрос в этой теме, вам там обязательно помогут, поддержат и всячески постараются решить вашу проблему. Ну и третья кнопка ведет непосредственно на сам FIQ, то есть на список самых часто задаваемых вопросов. Они очень аккуратно собраны, и на них представлены очень развернутые ответы. Переходим к следующему окну. Для этого нажимаем кнопку «Далее». Здесь нам надо выбрать директорию, в которую у нас установлена игра. По умолчанию мультипак автоматически находит правильную директорию, но если у вас какие-то проблемы с реестром или вы перенесли свою папку с игрой куда-то в другое место, то он может ее и не найти. И поэтому вам надо будет выбрать папку с директорией, где находится игра, самостоятельно. Если вы выберете неправильную папку, то мультипак просто-напросто не позволит произвести установку. И также, если вы выберете папку с игрой, версия которой уже устарела, мультипак точно так же не позволит произвести установку. Все это связано с тем, что моды, предназначенные для одной версии игры, скорее всего, не будут работать на другой версии игры. И мультипак не позволит вам произвести установку вне подходящую версию. Таким образом, он борется за то, чтобы у вас всегда были самые рабочие и безглючные модификаторы. И чтобы моды работали правильно, я также рекомендую удалять все старые моды, которые на данный момент у вас уже установлены в игру. А если вам дороги ваши старые моды, то вы можете поставить галку на создание резервной копии модов перед удалением своих старых модов. Таким образом, в папке с игрой будет создана папка мультипак, а в ней будет создана папка бэкап, куда будут и скопированы ваши старые моды. А когда вы захотите удалить мультипак, мало ли вам что-то не понравится, или вы просто захотите вернуть свои старые моды, то при удалении мультипака он предложит вам восстановить ваши старые моды из бэкапа и вернет все на свои места, как было до того, как вы начали устанавливать мультипак. Когда выходит новый патч игры, очень хорошо было бы очистить старые логи, в которые ведутся там список ваших ошибок, и также почистить кэш игры. Особенно это необходимо, если вы не устанавливали игру с нуля, а просто обновили свой старый клиент. Таким образом, вы сможете избежать многих ошибок и подготовить свой компьютер к игре на новой версии клиента. Если вы хотите, чтобы у вас всегда были самые последние модификаторы для игры, чтобы мультипак следил за обновлениями, и для того, чтобы вам было проще запускать, и не только проще, но и удобнее запускать игру, то я рекомендую не снимать галочку с пункта «Создать ярлыки на рабочем столе» и в меню «Пуск». Таким образом, вам будет гораздо удобнее работать с мультипаком. А если вам нравится творчество на канале «PROTanки» и также вам понравился мультипак, и вам нравятся обои, которые вы сейчас видите у себя на экране, то вы можете поставить галочку на установку обоев для рабочего стола, и мультипак их для вас установит. А если вам захочется еще больше обоев для рабочего стола иметь, то они будут находиться в группе ВКонтакте в хорошем разрешении, где вы сможете их скачать и выбрать любые понравившиеся вам и пользоваться в свое удовольствие. В том случае, если вы хотите, чтобы Multipack установил специальную программу, которая будет висеть в трее и сообщать о выходе новых версий Multipack, давать ссылки на скачивание, а также сообщать о выходе новых версий видео на моем канале, то вы можете поставить галочку, и также в этом случае я рекомендую поставить галочку на автоматический запуск этой программы при старте Windows. В таком случае она будет висеть в трее и не будет вам ни в коем случае мешать, а когда будут выходить обновления, будет об этом сообщать. Подробнее об этой программе я расскажу в конце видео. Нажимаем «Далее» и переходим на следующее окно мультипака. И здесь мы видим с вами список модов, которые вы можете выбрать и установить. Когда вы наводите на какой-нибудь мод стрелочку мышки, то для него появляется соответствующий скриншот и подробное описание этого мода. Хочу обратить ваше внимание, что когда вы попадаете на эту страницу, по умолчанию у вас выбрано окно, в котором прокручиваются пресеты, то есть там представлены предустановленные наборы модификаторов. То есть и если вы будете крутить колесико мышки, то вы будете прокручивать именно список этих пресетов. Для того, чтобы прокручивать список модификаторов, то вы можете воспользоваться, ну, во-первых, ползунком, но это и так понятно. А если вы хотите прокручивать колесиком мышки, то вам надо поставить курсор и выбрать хотя бы какой-нибудь один модификатор. Таким образом вы активизируете это окно и уже сможете перематывать здесь весь этот список колесиком мышки. Мультипак сделан так, что он не позволит вам установить моды, которые могут между собой конфликтовать, или моды, которые должны заменять друг друга. Поэтому вы можете совершенно спокойно выбирать те моды, которые вам нравятся, и не бояться за то, что они будут конфликтовать. Хочу обратить внимание, что теперь в мультипаке добавлен конфигуратор прицелов, и каждый вид каждого прицела вы должны выбрать отдельно. Если вы его не выберете, то этот тип прицела будет использован стандартным, то есть таким, как он на данный момент представлен в самом клиенте игры. Также, благодаря особенностям установки модов из мультипака, вы можете произвести тонкую настройку модов уже непосредственно при установке. То есть вы выбираете мод, и если там есть подменю, то в этом подменю вы можете произвести какие-то донастройки. Например, не просто установить XVM, а добавить ники игроков в маркеры над танками, или же добавить мод, который будет автоматически просчитывать максимальную дальность обзора вашего танка с учетом перков, там, установленного оборудования и прочего-прочего, то есть считать реальный обзор вашего танка. В общем, просматривайте список, читайте описание, здесь все доступно и понятно расписано. И самое главное, если у вас не получается переключиться из снайперского прицела в аркадный с помощью колесика мышки, то просто не включайте галочку на этом моде. Этот мод заблокирует это перемещение. Нажимаем кнопку «Далее», и на следующем шаге мы можем выбрать имя папки, которая у нас будет в меню «Пуск». По умолчанию здесь оно представлено, и я рекомендую его не менять. Но если вы захотите изменить это имя, пожалуйста, вводите любое. А если вы вообще не хотите создавать папку в меню «Пуск», то ставьте соответствующую галочку и переходим к следующей странице. Здесь вы можете отключить некоторые визуальные эффекты, а также произвести оптимизацию вашей операционной системы под использование игры «Мир танков». То есть, если вы просто поставите галочку на то, что у вас слабый компьютер, а на все остальные галочки ставить не будете, то в этом случае у вас произойдет только оптимизация операционной системы. Но я рекомендую еще отключать дымку, то есть туман этот на картах, а также отключать вот эти вот некоторые визуальные эффекты, которые я считаю бесполезными, и даже я считаю, что они мешают игре. Ну а если у вас уж совсем слабый компьютер, то вы можете попробовать ухудшить графику, хотя я рекомендую делать это только в крайнем случае. Теперь мы с вами готовы произвести установку модов и нажимаем «Установить». После нажатия на эту кнопку мультипак, если вы выбрали создание резервной копии, он создаст резервную копию и после этого произведет установку всех модификаций. По окончании установки он сообщит о успешном выполнении данной операции. На данной странице нам ничего менять не нужно, мы просто нажимаем «Завершить». И у нас автоматически запускается авторан. Ну, конечно, если мы с него галочку не сняли. И зачем нужен авторан? Ну, во-первых, он следит за актуальными обновлениями модификаторов. Вот сейчас вы видите, что авторан видит, что вышла более новая версия мультипака. То есть я могу нажать на кнопку «Скачать» и перейти на страницу для скачивания более новой версии. Если же у вас будет актуальная версия, то в этом месте будет написано, что у вас все хорошо и вы можете совершенно спокойно запускать игру. Нажав на кнопку «Играть», запустится игра, а если вы нажмете на кнопку «Лаунчер», то у вас запустится стандартный лаунчер игры, который проверит обновление непосредственно самой игры. Ну, каким из способов пользоваться, это уже вы сами решаете. Ну а в следующий раз вы сможете запускать этот авторан через специальный ярлык, который появится у вас на рабочем столе. Вот так вот он выглядит. Ну а если вы все-таки захотите удалить мультипак, то у вас на рабочем столе будет вот такой вот ярлычок. Нажав на него, мультипак будет удален. Ну а теперь непосредственно о программе, которая следит за обновлениями и висит у вас в трее. Находится она в нижней части вашего рабочего стола, то есть вот в этом вот окне. Ну, у меня Windows 7, у меня она здесь находится, у вас она примерно в этом же месте. И запустив ее, вы можете посмотреть, как обновление для непосредственно самого мультипака, так и эта программа будет выводить вам сообщение о выходе новых видео на канале. Если вам какая-то из этих опций не нужна, то вы можете перейти в настройки этой программы и там снять галочку с ненужного для вас функционала, то есть отключить эту опцию. Ну, а если вам не нравится тот вид, который я поставил по умолчанию, то здесь очень много-много всяких скинов для этой программы представлено, и я думаю, вы сможете выбрать тот, который вам больше всего нравится. В остальном, эта программа вас ничем не будет беспокоить, совершенно тихо и спокойно она находится в трее и начинает какую-то активность проявлять, только если выходит новая версия. На этом работа над мультипаком, конечно же, не закончена. Будут появляться новые функции в мультипаке, о которых я вам обязательно расскажу в одном из своих следующих видео. А пока что я с вами не прощаюсь и говорю до скорых встреч!